Всем привет! И добро пожаловать в игру Dead by Daylight, курорт гора Ормонд. Играем за Чаки. Это новый маньяк в Dead by Daylight, который появится на самом деле только в конце ноября. Но в настоящий момент на тестовом сервере можно за него поиграть. Вот такой вот персонаж. Непонятный. О, привет! Бежим, 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 догоняем, давайте. На! У него такая билочка, это, конечно, хорошо смотреть со стороны выжившего. То есть, когда мы поднимаем, появляется его какой-то дух. И, в принципе, он несет и Чаки, и выжившего. А там уже Ген, кстати, завели. Злодеи. И все, и отпускает Чаки. Чаки опять бегает сам по себе. Навыки, кстати, надо отдельно будет, наверное, разбирать, посмотреть, что они дают. Перейти в приветливый режим. Приветливый режим — это вот когда вот так вот бегать можно. Но, а у меня нету моря. Чего так суетитесь-то? У меня же моря нету. Я не смогу вас заморить. Там Ген, он заводит кто-то один. Я тут с тремя борюсь, а там кто-то Ген заводит. А, на самом деле, когда он бегает, управлять им как-то не очень легко. Наверное, есть какие-нибудь аддоны, которые помогают поворачивать. Потому что, когда ты хочешь там набежать на кого-нибудь, как-то это все не получается. Привет. О, прыгнул на камень и уничтожил палетку. Прикольно. Ха-ха-ха, обманули. Переигран. Так, а как тут уничтожить, перейти в приветливый режим? О, вот так вот. Можно пролететь. Да, вот здесь вот он как-то этот. Не очень поворотливый, но можно, короче, под палеткой пролезть, можно через окно перепрыгнуть. И это все вроде как относительно бесшумно. Ну и плюс не надо ломать палетку, например, чтобы перепрыгнуть. Очень прикольная штука. Вот они все тут. Ой-ой-ой-ой. Вот таким вот образом он достает человека из шкафчика. То есть ему опять помогает дух. Не, опять не туда куда-то. Слушайте, а чё он так долго бежит перед тем, как вообще кого-то атаковать? Your fucking teeth in.
Опять фонарики. Но фонарики не туда куда-то светят. Окей, хорошо, побежали. На самом деле, Чеки какой-то вообще злодейский персонаж. У него своеобразная механика. Вроде не очень сложно, а вроде не совсем легко. Окей, он маленький, его не видно вообще, у него только красное свечение, в принципе, но я его вообще не вижу, выжившие его видят, да? Вот такой вот режим вообще очень забавный. Но у него очень много голосовых режимов, тоже прикольно. А кто у нас здесь? Кто у нас здесь? Кто где? Ага, то есть его можно отменить, этот режим, да? Этот режим можно отменить еще. Прикольно. I will fucking kill you. Так, а у него почему следов никаких нету? А кто у нас здесь? А здесь у нас никого. Окей, хорошо, привет. На тебе. Не будем мы палетку ломать. Ты что думаешь, палетку будем ломать? Не будем. А, побежала дальше, хитрая. Побежали, побежали, с тобой вместе побежали. Там кто-то уже присел на ген. Вот так вот. Не надо в шкафчик лезть. Выходи, выходи. Да ну, не, Чаки прикольный вообще на самом деле. Когда он увидит, можно будет, конечно, попробовать. Ну, не знаю, может быть, скидки будут какие-нибудь в конце месяца. Он, кстати, выходит, когда будет Черная Пятница. Вполне возможно, будут какие-то вообще скидки интересные. Хотя, навряд ли на него будут очень большие скидки. Если хоть немножко будут... Вот так вот перелезает он через окошечко. На тебе, Двайт. Да-да-да, через окошко ты не перелез, извини. Мне кажется, он, по-моему, надо почитать будет. Он вроде как невидимость получает в этом режиме. Там всякие следы какие-то топают по карте. И высших это напрягает, потому что они не понимают вообще, что происходит. О, класс. Привет. You better run. Давай. You're mine. О, выпрыги, какие выпады у него какие, а? Опять промахнулся, слушайте. Молодец какая. А там уже нет палетки. Опять промахнул, слушайте. Она молодец, она молодец. Молодец. Но Чаки тоже не промах вообще. Красава, красава. Козявка такая бегает вообще в траве. Запутался в траве там.
заблудился. Why are you hiding? А-а-а, красава, красава. Режь и руби называется. Выйти из приветливого режима. То есть можно выйти из этого режима. А может не выходить. Давайте-ка дверь. Палетку она свалила. На тебе палетка. А куда она убежала? Она убежала, давай это поднимать, или она куда-то сюда? На, вот так вот. Привет, Мек, какая красавица. Давай, давай. Ну, а у меня нету мемента, извини, я не могу ничего сделать. Давай я тебя просто на крюк повешу. Вот там недалеко вроде есть. Слушайте, я играл несколько раз против чайки. И честно сказать, мне кажется, против него убежать очень проблематично. Привет. Хи-хи-хи! Давайте, давайте, побежали. Там палетки нет, давай. Да, вот куда ты побежал? Камон, против меня. Против чайки. А, наверху она, да? Окей. Вот так вот. Мне кажется, у него все-таки невидимость вообще в этом режиме. Надо посмотреть сейчас будет, когда выйдем из игры. Вообще его навыки, прочитать про это все дело. А Двайт, к сожалению, сам откинулся. Take this! На! Красота вообще! На самом деле, почему-то он еще и средний палец высовывает. Смотрите. Сейчас, по-моему, повторит, нет? Да-да-да, вот так вот. То есть это всем выжившим, которые против него играют. Мне кажется, это заслуженно, потому что против чайки вообще очень сложно убегать. И убегать против него сложно, потому что, смотрите, особая способность — приветливый режим. Чайки всегда может перейти в приветливый режим, если тот не на перезарядке. В этом режиме он получает незаметность, а по всей карте раздается его топоток, сбивающий выживших с толку звуками шагов и отпечатками ног, расходящихся в разных направлениях. Особая способность, то есть, грубо говоря, вы бегаете в невидимом режиме, вас не видно, не слышно, а по карте следы всякие. И они причем хаотично вообще в разные стороны ходят, вы вообще не понимаете, где на самом деле ман. Он может просто внезапно откуда угодно выпрыгнуть. Это безумие какое-то, и пока я не понимаю вообще, ну, может быть, впоследствии будут какие-то контры, как вообще, как это контрить. В настоящий момент, мне кажется, никто толком не понимает, как контрить вообще этого маньяка, потому что, ну, это нереально. Плюс, могу ошибаться, поправьте меня, пожалуйста, да, Титана ДБД, кто там вообще, как вообще его контрить, как против него играть. Особая способность — режь, руби. В приветливом режиме чайки получают доступ к заряжаемой способности режь, руби, которая позволяет ему быстро подбегать к ничего не подозревающим высшим, а потом прыгать вперед и резать, рубить.
Также, если выживший пытается прыгнуть в окно или перепрыгнуть доску, Чаки может быстро использовать шустрик, одновременно срежь и руби. Особая способность шустрик. То есть получается вообще три способности у мана. В приветливом режиме Чаки может быстро проскакивать в оконные проемы или под упавшими досками, чтобы застать жертв врасплох. Ну, прикольная штука на самом деле. Надо только разбираться подробнее вообще в каком режиме, как это все происходит. Давайте на самом деле выйдем отсюда и пойдем посмотрим на самого персонажа и на его способности. Я вообще не супер большой какой-то фанат Чаки. Я помню, в детстве смотрел какие-то ужастики. Вот. Так, ну что ж. Злобный малыш. Hi, I'm Chucky. And I'm your friend to the end. Hi-di-ho. Привет, я Чаки. Меня зовут Чаки, и я твой друг до гроба. Давай сыграем в прятки. Хейди-хо. Так. Что ж, хороший парень, Чарльз Ли Рэй, известный как Душитель Созера. Я не помню даже на самом деле фильмы, как это все было, сколько их там есть. Но, что ж, так, Чаки не собирался вечно быть пластмассовым, хорошим парнем. Изменить это можно было лишь одним способом, захватив тело Энди Баркли, первого человека, которому он раскрыл свой секрет. Ну ладно, это уже отдельная история. Навыки Чаки. Порча. Игра для двоих. Если выжившие оглушают или ослепляют вас два раза, и если отсутствует проклятый тотем, связанный с этим навыком, тусклый тотем становится проклятым. Выжившие, которые оглушают или ослепляют вас, сами слепнут на полторы секунды. Этот эффект не действует на переносимых выживших. Эффект порчи сохраняется, пока не уничтожен связанный с этим навыком проклятый тотем. Честно сказать, немножко спорный какой-то момент, и не очень понятно. То есть вас оглушают два раза, если нету проклятого тотема, связанных с навыком, тусклый тотем становится проклятым. Выжившие, которые оглушают или ослепляют вас, сами слепнут там полторы секунды. Мне кажется, это мало полторы секунды, этот эффект не действует на переносимых выжших. Ну ладно, или они слепнут, когда они вас доской оглушают, они не понимают, с какой стороны вы бегаете. Но полторы секунды все равно как-то мало. Кстати, так, силы игры кончились. То, что мы прочитали, три свойства, три возможности, способности есть. Приветливый режим, режь, руби и шустрик. 4,4 метра в секунду, мне кажется, это ну, такой относительно стандартный и, в принципе, не очень быстрый ман получается. Хотя 4,4, мне кажется, это довольно-таки неплохо. Радиус террора 32 метра, но у него есть различного рода аддончики, которыми можно сбить радиус на 4 там, или на 8 метров. Но, по-моему, меньше нельзя. Могу ошибаться. Возможно, есть какие-то навыки, которые сбивают, ну, от других, может быть, персонажей, которые сбивают радиус террора, там, типа, слежка и наказание доктора, ну, и какие-нибудь еще. То есть, грубо говоря, метров на 16 сбросить радиус можно, будет радиус 16 метров. Рост низкий, это действительно так, и это все выглядит очень забавно. Друзья до гроба, следующий навык. Вы становитесь одержимы кем-то из выживших, если вы вешаете на крюк выжившего, не являющегося целью одержимости, эта цель получает уязвимость на 20 секунд, и вы видите его ауру в течение 20 секунд. Когда вы подвешиваете на крюк цель одержимости, другой случайно выживший издает крик, выдает свое месторасположение и становится новой целью одержимости. На самом деле навык довольно-таки неприятный, потому что если вы где-то прячетесь неподалеку, вы закричите и становитесь целью одержимости. То есть все более и более актуальным становится использование навык спокойствия духа, чтобы вы никогда вообще не кричали, не издавали никаких звуков, неважно против какого мана вы играете и какие навыки он использует. Потому что на самом деле сейчас слишком много навыков в игре, благодаря которым выжившие кричат и выдают свое месторасположение. Так,
Ну что ж, и еще один навык. Батарейки в комплекте, оказавших в пределах 12 метров от починного генератора, вы получаете 5% спешки. Бонус к скорости передвижения сохраняется на 5 секунд после ухода от генератора. То есть, грубо говоря, вы еще и получаете ускорение. Ну, вот этот навык, мне кажется, прикольный. И не только на этого мана, вообще на любого мана, наверное, довольно-таки прикольный навык. Что ж, по-хорошему будем ждать, на самом деле, выхода этого мана из ПТБ на основной сервер, когда его можно будет прикупить. Ну и, собственно, играть за него уже, прокачивать и играть за него. Вот таким вот образом выглядит моделька Чаки. Супер вообще адский злобный младенец. Жалко, что тут нельзя как-то увеличить вообще лицо там и посмотреть, но вообще адский персонаж. У него нож больше, чем у Майерса. А может, кстати, это нож Майерса, может, он у него его подрезал. Майерса там с трубой бегает, да, в основном. Чаки, походу, у него нож подрезал. Ну что ж. Хо-хо-хо, йо-хо-хо. Вот так вот. На самом деле, хороший парень. Чаки, так что дружите с Чаки, и тогда, может быть, вам удастся убежать из матча. А иначе, очевидно вообще, чем все игры закончатся. Ну что ж, и на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр и до следующих видео. Надеюсь, когда Чаки выйдет, я его прикуплю. В общем, всем пока. Увидимся в тумане.